Всем добрый день! Сегодня я предлагаю вам рецепт еще одного коктейля на кефире. Это шоколадный коктейль. Очень вкусный, ароматный и очень полезный. А главное его делать очень быстро. Для этого коктейля вам понадобится кефир, какао, сахарная пудра и ванилин. Какао берите такое, которое не скрипит на зубах и которое хорошо растворяется. На одну порцию коктейля берите одну чайную ложку какао. Какао насыпьте в сухую чашку. Теперь добавьте сюда 2 чайных ложки сахарной пудры. Если вы любите сладкий коктейль, можно добавить 3. Положите немного ванильного сахара или ванилина и все хорошо перемешайте. Теперь налейте 1 столовую ложку кипятка и тщательно разотрите. У меня какао хорошее, поэтому посмотрите, пахнет шоколадом и нет комочков. Теперь эту массу нужно остудить. Теперь возьмите стакан миксера, вылейте в него кефир. Кефир должен быть холодный. И сюда же вылейте шоколадную массу. Она тоже должна быть холодной. И всю эту массу нужно хорошо взбить. Все, взбиваем. Все, коктейль готов. Осталось его вылить в бокалы. Коктейль готов. Теперь его можно налить в бокал. Вот такой ароматный, вкусный, полезный коктейль у меня получился. Надеюсь, мой рецепт вам пригодится. Буду признательна за лайк, подписку на мой канал. Заходите в гости. До новых встреч!